На что определение нормально? Мне, например, сейчас хорошо. Вот я ничего не делаю. Да, по идее. А я люблю что-то делать. С другой стороны, мне не очень нравится мысль, что я нажрал столько конфет. Я не совершенно не поел мяса, я не ел витаминов, я не ел. Овощи. Вот эта мысль мне не нравится. Чем еще мне нравится? То, что я не дома. Ну, с другой стороны, мне не нравится здесь. Пока. Вчера работал, правда, ничего не снимал, так и не реализовал ни с чего нового. Боялся. Что-то. Может быть, сегодня. Ради чего? Блять, из какого хуя так популярен Стас Михайлов, блять? СМ? Мне непонятно. Может, это что-то хочет мне передать? Что-то сублимированное сообщение?